Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Меня зовут Валентина. Сегодня я хочу сделать такой вот небольшой ролик, кто увлекается экзотикой. Дыня вьетнамская дедушки Хо Ши Мина. Для подписчиков, вот у меня их 35 человек, которые просили меня семена дынь именно 2017 года, где я получала от этой фирмы и высевала, и получила потом свои семена. Я всем вам положила по 10 семечек. Вот 2017 года, 2018-2019 я вам высылала. Для того, чтобы проверить, хорошие эти семечки или нет, я с вами проведу такой эксперимент. Я возьму 5 семечек, значит, опущу в сок алоэ, и 5 семечек просто мы их замочим и посмотрим на всхожесть. Капель туда я опущу, даже листики. Туда пока семечки. Пусть они побудут. 4 опускаются на дно, а 5-е вот семечко, вот, как бы, оно вроде бы и опускается, вроде бы и нет. Вот оно, это семечко плавает как бы наверху. Значит, оно, наверное, пустовато. Мы поменяем. А эти семечки опускаются на дно. Значит, они хорошие. Ладно, диск немножечко в этом же растворе обмою. Вот, и кладу их. Осторожненько их кладу. 5 семечек. И оставляем их, и кладем эти семечки в теплое место. Посмотрим на схожесть, как они зайдут. Другие семечки я в обычной воде, без сока алоэ, просто. Эти тоже вроде бы не пустоватые, как бы наверху они не плавают, а как бы вот на дне, на дно уходят. Я возьму одно семечко. Вот такое семечко. И немножко, как бы, я приоткрою. Вот оно щелкнуло. Вот как видите, немножечко приоткрою, чтобы быстрее они взошли. Дело со всеми семечками. Диски я немножко смачиваю и кладу сюда. Я подпишу, что это номер 1 у нас с алоэ, а номер 2 просто в обыкновенной воде и с прищипом. Сегодня у нас уже 3-е сутки, и пора нашу дыньку вам показывать. Но я, прежде чем показывать дыню, еще расскажу вот о люфе. Люфа, это которым я девочкам отсылала, смотрите, взошли семена. Вот это вот, которые уже большие, это посажены были на 2 недели раньше, а вот третье, которое еще только вот выходит, буквально после этих 2. Все семечки 3 у меня взошли, поэтому, кому я высылала люфу, смело сажайте, и будете вы с этой мочалкой. Вот. Это по люфе. А теперь будем смотреть нашу дыньку, которую мы замачивали. Вот она, видите, уже как сам диск приподнялся. Говорит о чем? Это что семечки наши, наверное, зашли. Смотрим. Номер 1. Смотрите. И номер 2. Вот. Я ближе поднесу. И, конечно же, лучше взошли номер 2. Буквально все семечки взошли. Вот они, 5 семечек. И смотрите, какие они. Ближе поднесу. Вот они, видите? На всхожесть, значит, они хорошие. Здесь, где я замачивала просто в алоэ, да, и вот они еще только-только, и эти 3, ну, немножко слабее, но все равно взошли, вот только. Делаем вывод. Значит, семечки 2017 года хорошие. Из 10 семечек, кому я пришлю, я считаю, что они взойдут.
Вот они взошли. Три семечка. Этой дыньки. А здесь 4. Вот, ну, росточки. Так что они все живые и можно их садить.